Всем привет! Сегодня у нас опять Урал Лесовоз. Снимаю на смартфон. Поснимаю вот отсюда из кабины. Вот с этого места вот сделал такую эту штуку. Крепление для смартфона. Правда, не поворачивается вот сюда дальше. Это под наклоном. Все, ставлю камеру и попробуем поснимать. Как что получится. Так, в машине жара. 26 градусов. С открытым окном еще еду. Ну, наполовину открытого где-то. Неудобно, тут ставишь на камеру, и потом она, не знаешь, снимает она или не снимает. Случайно что-то нажал, раз, отключилось, все. Едешь, думаешь, снимает, на самом деле уже давно не снимает ничего. И не видно, как вот настраивать камеру, как она должна стоять. Вот так или так, как ниже, выше. Все, пускай вот так как-то стоит. И... чтоб видно тут было что-то вот это, да? Руль тут или что-то, я не знаю. Все, поехали. Да. Вот где-то у меня брать его надо. Вот лес там лежит на месте. Смотрю. Не выпало ничего. Это жарко, надо еще окно подъемчик какой-то небольшой. На третьем пути. Пока идем. Печку вырубил пока. Из печки. Жарковато что-то. Снимается, не снимается. Хорошо снимается. Там сейчас ехал, побивался, подъем тоже как-то так, тоже так же поставил телефон, смартфон. Думал, снимается, потом думал, бля, посмотрю, остановился, стал смотреть, ничего не снимает. Видимо, пока ставил, как-то раз нажалось и выключилась камера. Короче, неудобняк вообще, вот здесь, как со смартфоном снимать. А камеру туда тоже надо как-то крепление делать. Или это крепление переставить в план. Неудобно переставлять его так. Пока выкручивать, закручивать так вперед. Она еще не настраивается, здесь же не поворачивается. Когда надо делать вот эту поворотную, вот эту, само основание крепления делать, чтобы поворачивалось.
И чтобы камеру можно было поворачивать. Вот так. Вверх-вниз можно было поставить. Тут поставишь, и она будет как бы непонятно куда смотреть. Такая ерунда. Рублю обратно вечер. Немножко проветрилось вроде бы. Дорога под горку пошла вниз. Можно четвертую включить. Полегче будет сейчас ехать. Побыстрее. Рядом с дорогой яма такая здоровая. Такая, не знаю, метров 6-7 такая диаметр. Глубокая, как воронка такая здоровенная. Может, сейсмики взрывали. Когда-то давно они есть такие воронки, по лесу попадают, взрывают сейсмики. Свои, ну, в советские времена еще взрывали. Прозванивали, что там внизу. Нефть, газ, видимо. Лежит еще немного. Здесь. Что-то не знаю, что они забирают. Понятно, что. Мне кажется, как-то камера трясется. Будет вот так изображение такое. Потому что как-то она так стоит как. Еще на стекле стоит на заднем. Стекло тоже как само по себе не жестко стоит, само трясется как бы. С кабиной вместе. Тут-то вот здесь-то пожестче немного. А заднее как-то оно не очень. Пуст начался уже. Потихонечку спускается. Так, подтормаживать начал, разгоняться. Ой, ветлан отсюда видно. Так, плохо, правда, но видно ветлан. Вон он рядом стоит. Вон, да, вот. Ну тут Петруниха речка внизу, она как раз напротив ветлана впадает. Как раз она выходит, да, из Петруниха, деревня Петруниха, и на Ветлан, и Ветлан как раз там. С Ветлана видно вот эту деревню, как дома там стоят. Ну там такие уже полуразваленные тоже. По идее, значит, тут дорога где-то должна быть, так. Прям по речке Петруники на берег. Ну, в деревник это. Скорее всего, где-то есть дорога. Сейчас-то заросла, наверное. А раньше была. Наверное, лес тоже возили. Так, подъезжаем сейчас к спуску самому опасному такому. Самому хреновенькому. Вот, начинается. Надо переключаться. На вторую пониже надо переключается. А ну тут за третий еще можно сколько-то, немного. Все, разгоняться сейчас будет. Смотри, вот какой-то лоб такой вот с этой стороны, и там
той стороны такой, как этот. Подъем такой опять, как этот. Бугор такой здоровый. Что-то смотришь. Блин, тут уже речка Виша, наверное. Я не пойму. Где-то, а, да. Лох просто такой. Ложок такой здесь глубокий, и там бугор подъем. Торможу, еду. Подтормаживаю. Все, съехали, почти такое. Основной спуск. Немножко еще осталось. На четвертую сразу. Подъемчик такой небольшой, где я буксовал один раз, тогда, когда первый раз ехал, или второй уже не помню, не первый, наверное, первый, да, первый раз я ехал. Кто-то что-то буксовал. Тут сейчас надо разогнаться вниз и потом вверх подняться. И надо, тут на пятую я включал, обычно ездил. На третий тут выходил раньше. Вот там повыше разгон я набирал. Отсюда видно даже, ничего себе. Он, оказывается, рядом, я тут где не видал даже его. Что там наснималось, не знаю. Вон Ветлан. Блин, плохо видно. Сейчас другой камерой сниму. Вот он, Ветланчик. Как-то ветки, правда, плохо видно.
Считай, находимся рядом с Ветланом прямо. Недалеко остается. Вот тут, тут Вишера речка рядом. Тут вот считай сколько, ну метров. Я не знаю, 300 метров тут до речки, наверное. А я что-то тут сколько раз проезжал, сейчас лес возил, и ни разу не видел, что тут Ветлан рядом. Как-то не обращал даже внимания. Но погода постоянно пасмурная, ничего не видно. Остановился полют снять еще раз. Только с другого ракурса уже, не как в прошлый раз, когда я снимал. Там со стороны Араловского, а здесь со стороны Петрунихи. Тут ближе до него, и с другой стороны получается как-то... Ну как, с другого ракурса вообще выходит. Такой он какой-то по-другому совсем. Тут какие-то бугры. Вон здесь какие-то возвышенности перед ними еще стоят. Вот скалы тоже видно все. Вышки хорошо видать.